Лена, смотри, что мы тебе купили, подарок на Новый год. Видишь, это постельная и с теплотой. Вот это, видишь, вот это теплота будет, ага. Видишь, что творится, ага. Вот это будет тебе. Когда холодно, электрика, ага, и там вот это одеялко, вот оно будет теплее тебе, ага. Вот это двойное комплекта, ага, семейное. Видишь, что такое тебе купила подарок. Красивое, видишь? Вот. Вот такое будет. Хочешь тут, хочешь заберешь домой. Потому что ты поняла, я думаю, если оно легкое, то такое будет. А это вот еще есть соковыжималка такая вручную, электрическая. И вот 100 евро стоит. Ага. Вот тоже, видишь, видишь, какая большая. Ага. Коробка большая. Ага. И вот тоже фрукта, сок выжимал, все делает красиво. Так что начинаем покупать. Вот люди тут приходят, приносят все мне. Ага, потому что у меня ж 450 евро дали еще подарок. Ага, покупки делать семейные. Вот уж. Три, как говорится, пенсия, инвалидская и еще подарок, что я тут живу много лет, и вот мне дают еще помощь. Так что вот так-то. Сегодня разговаривала с мамой, с Янко. Вот так.